Всем привет! Вот выбралась в лес по грибы. Сейчас я нахожусь в смешанном лесу. Здесь преобладают березы и ель. На прошлой неделе я уже ходила на сбор грибов. Молодых грибков было не так много. Но после недавних дождей сейчас в лесу сыро, но при этом тепло. Погода способствует сбору грибов, и я надеюсь, все-таки мне что-то попадется. Я обязательно буду снимать все для вас. Покажу. На белые я, конечно, не надеюсь, но на подберезовики, подосиновики я надеюсь, что такие грибы мне будут попадаться. Так что давайте вместе с вами отправимся в этот прекрасный лес и посмотрим наличие. Thank you.
и сбор грибов оказался очень удачным. Доминируют подберезовики, их очень много и больших, переросших, которые я не собирала, и очень маленьких. Собрала их не менее сотни. Также присутствуют в лесу подосиновики, но в основном мелкие. Их набрала штук 20. Белых пока нет. Засолочных грибов, таких как сыроежки и чернушки, практически нет. Лисичек тоже не встретила. Напомню, что собирала в смешанном лесу березы и ель. Комарики есть много лосиной мухи. По опушкам, кстати, грибов мало, в основном в глубине леса. На этом все. Всем добра и полных корзин!